В Ленинграде впервые в Советском Союзе состоялся европейский финал чемпионата мира по спидвею, мотогонкам по гаревой дорожке. Сильнейшие получат право участвовать в общем финале мирового чемпионата, который будет проведен в Польше. По условиям соревнований все гонщики поочередно встречаются друг с другом в разных заездах. Среди финалистов 6 советских спортсменов. Самый молодой из них — Владимир Гордеев, он сейчас впереди. Дебютант европейского финала добивается большого успеха, набирает 11 очков из 15 возможных. Большой интерес ленинградцев вызвало участие в соревнованиях нынешнего чемпиона мира, новозеландца Айвана Маугера. Опытный спортсмен продемонстрировал высокое тактическое и техническое мастерство. По числу побед в заездах на первом месте новозеландский гонщик Айван Маугер. На втором — советский спортсмен Владимир Гордеев. На третьем — его товарищ по команде Геннадий Куриленко. Все они продолжат борьбу за звание чемпиона мира на финальных соревнованиях в Польше.